Пока что наша логика была правильной, поскольку результаты применения ее совпадали с результатами применения оригинальной формулы этих эффектов. Если развивать логику, то получается, что, например, моделируя через частоты эффект x1, y2, мы должны будем в числителе поставить частоту b, умноженную на d и на f, причем b в квадрате, а в знаменателе e в квадрате на a на c. Проверим. Я скопировал формулу, перетащил в нужные ячейки. Действительно, получаем 4 сотых. Итак, b в квадрате, частота b в квадрате, частота e в квадрате. Частота d на частоту f, частота a на частоту c. Все верно. Переходим к трехмерному случаю. Здесь мы уже представляем данные не в виде таблицы сопряженности, а в виде таблицы профилей. Вот обозначение частот. Условное обозначение частот, вот сами частоты. Рассмотрим главный эффект. Ну, например, главный эффект x, микроэффект x1. Вот он по оригинальной формуле рассчитан. Рассчитаем его с выносом логарифма за скобки, то есть ориентируясь на сами частоты. Делим произведение вот этой области на произведение вот этой области, что, опять же, очень легко интерпретировать. Здесь у нас все x1, здесь все x2. Таким образом, мы делим среднюю, ну или произведение частот, попадающих в категорию x1, на произведение частот, попадающих в категорию не x1. Если бы здесь была бы еще категория x3, они бы тоже попадали, конечно же, в знаменатель. Здесь абсолютная аналогия с тем, что мы видели для двухмерного случая, для главного эффекта. Такая же аналогия прослеживается и для двухмерного эффекта. Что мы видим? Мы видим, что в числителе у нас либо частоты сочетания x1 и y1, либо частоты сочетания не x1 и не y1, а в знаменателе то, что размывает эти сочетания x1 на y не 1 или x не 1 на y 1.